Короче, это может быть бизнесом, это может быть хобби. Значит, сюда абсолютно не обязательно вкладывать какие-то вообще деньги, можно вообще абсолютно без денег начать. Собственно, мы и так и сделали. Мы только заработанные в этой компании вкладывали уже именно обратно в дело возвращали. Значит, но это достаточно медленно. То есть у нас вот, чтобы на хорошие, так скажем, приемлемые обороты выйти, вышло примерно 2 года, да? Значит, на второй год, точнее, хорошо получилось уже. Первый год все-таки мы это расталкивали, потому что без денег все равно тяжеловато. Все равно нужны какие-то минимальные вложения на контекстную рекламу, на таргетинговую рекламу, на всякие создания групп, на всякую печатную продукцию и так далее, правильно? То есть это мелочи, но как бы из них достаточно такая, ну, более-менее сумма вырастает все равно, которую нужно хотя бы вложить первое время, чтобы она, в принципе, быстро возвращается, эта сумма. Буквально несколько свадеб, и вы отбились. Да, то есть если самостоятельно снимать, за несколько свадеб вы отобьете весь бюджет вложенный, отобьете все, весь паушальный взнос, все 50 тысяч, которые вы вложили. Плюс, если вы еще какой-то друг, знакомый, подруга, я не знаю, в другом городе, может быть, в вашем регионе, там, ну, близкие города, 60-100 километров, во многих городах такая есть. Кто-то из знакомых захотел приобрести, вы все объяснили, они точно так же покупают за 50 тысяч, все, они точно так же начинают обучаться, значит, мы их обучаем всему, что, по сути, вы знаете, как бы это делая профессионально, ставим задачи, работают с нами они, они могут работать в своем городе, а вы получаете как бонус свои 50 тысяч, те, которые они внесли за паушальный взнос, вы сами получаете. Это ваши деньги. То есть, просто порекомендовав кому-то, чем вы начали заниматься, точно таким же, получите, да, хорошее вознаграждение, бонус. Масштабирование, цель масштабирования, развитие, дать этому проекту жизнь, широкую, большую, кто-то назовет вирусом, да, пусть это вирусным способом расходится, но если это будет помогать людям, если это, если сейчас уже помогают, да, это имеет право на жизнь, согласитесь. Если это приносит вам прибыль, удовольствие, это должно, как бы, это тоже имеет право на жизнь. Далее, клиент доволен, вы довольны. И третье, самое важное, это не вредит ни государству, то есть мы платим налоги, мы участвуем в различных мероприятиях, связанных с благотворительностью, с какими-то съемками для каких-то целей. То есть это не криминал. Вы должны понимать, что вы принесете полезное, как это сказать? Вы будете, в общем, полезны для общества, полезны для государства, да, полезны. Вы поймете свою цель. Вот, бывает так, что вы занимаетесь непонятно чем, вы не чувствуете смысл своей жизни, след, да, что какой-то след. Здесь все будет, кстати, в нашей книге, которую мы сейчас пишем с Виктором, с этого и начинается. Ведь все люди, это прямо у нас в прологе, в введении мы так и написали, что человек всегда хотел оставить след о себе. Это наскальная живопись, да, кто рисовал, там, каменные люди, они всегда хотели оставить след. Мы так вот, мы до сих пор это пытаемся сделать. То есть, что такое видео, что такое фото, это лишь способ сохранить те эмоции, которые мы сейчас переживаем, передать будущему, потомкам. Вот. Так и здесь, вы это ощутите сразу. Сразу это поймете. Ну, следующий этап – это сделать красиво. Это тоже очень тяжело, не имея таланта, да, допустим. Вот я считаю, что у меня нет таланта. И я это как бы путем каких-то определенных путем каких-то определенных действий, оттачиванием мастерства, довожу до механизма, что-то вношу, свои какие-то дополнительные. В общем, можно видеть просто, как снять красиво, а можно это с технической точки зрения посмотреть, да, и сделать, да, точно так же красиво, но это будет выработано на определенную цепочку. И это очень важно, когда взгляд со стороны. Вот представляете, вы сами, у вас не получается, вы можете миллион способов попробовать, и где-то вы однажды нащупали правильное, но так как это сразу не получилось, вы бросили и другим стали заниматься. А со стороны тот же Виктор мне сразу говорит, вот здесь вот нужно вот так. А у меня это не получилось. И я все равно начинаю, как он говорит, делать, и это начинается эффективнее, красивее, симпатичнее, ну как бы это эффектнее. А хотя я так вот попробовал, не получился. Я подумал, что это не то. А на самом деле надо было идти вот этим путем.
Это должна быть определенная экспертность человека со стороны, который вам будет подсказывать. Это с нашей стороны тоже будет осуществляться. Для чего? Чтобы ваше портфолио развивалось. Ваше портфолио должно быть лучше нашего, превосходить в разы.